такая у нас тут грибная эпопея. В связи с открытием нового филиала и лаборатории, можно так сказать, пришел попрощаться со своими блочками, со своими грибочками. Вот наглядно такая рекомендация к действию. Заодно вот такой вот пример тем всем, кто сомневается в том, что мусорные пакеты не подходят для выращивания грибов. Иногда такая реакция: у вас есть пакеты? Да возьмите мусорные, посадите. Ой, и что-то так людей пугает. Вот, посмотрите, какая красота. Что вам еще нужно? Это штампы 80. Вот так вот зарождаются здесь примордии. Вот такого они приблизительно размера. Примордии. Сейчас на этом этапе не нужно давать сильно вентиляцию. Нужно, чтобы хорошо образовались вот такие достаточно большие примордии. Для того, чтобы в дальнейшем были полноценные красивые грозди. Вот еще здесь покажу. Вот, видите. Что-то камера не сильно тут так резкость выводит. Вот так, теперь хорошо. Вот такие у нас здесь грибочки. И вот так вот эта камера заполнена вот таким вот образом. Красивенько выглядит вот этот блок такого цвета. Для улицы это вообще было бы прекрасно, для ландшафта. Такие вот блочки. Значит, мусорные пакеты. Ну, нужно сказать, что здесь я использую польские. Почему польские? Потому что у них сверху есть такие хорошие ушки, из которых получаются классные завязки. Их очень удобно завязывать. Обычные пакеты сверху ровные, а вот в польских есть сверху таких два таких, четыре даже таких уха, которые классно наокрест завязываются, и можно, значит, хорошо завязывать. Здесь уже пошли тоже примордии, потому что включили вентиляцию, и здесь синхроника. Видите, в таких вот случаях мы сейчас его освободим. Здесь у нас 21 градус. Вот, как показывает наш супер-пупер прибор для измерения климатики. Вот. Климатика у нас делает вот такой радиатор в среднем положении. Он нам здесь позволяет держать температуру 21-22 градуса, что нам и нужно. Вот здесь вентиляция. Вентиляцию мы направили так, я направил в пол, чтобы равномерно распределялась, то есть не было прямого дутия на приморде, чтобы они не подсыхали, и в то же время, чтобы не рвали шапки, пусть они хорошо сформируются и дадут такие полноценные сростки. Вот такое грибное помещение и вот такое видео. Можно сказать, снимаю я на прощание со своим грибным помещением, в связи с тем, что сейчас будет очень интересная работа по адаптации, активации и вдыхании в жизнь в новое грибное предприятие, в новую грибную лабораторию. Это все и пугает, и радует. Представляя весь объем работ, сколько было проделано для того, чтобы вдохнуть в жизнь в это все предприятие. И, как говорится, наша песня нова-нова. Начинаем и из нового. И сейчас опять, можно сказать, почти с нуля, с набором библиотечных пробирок, будем воссоздавать жизнь уже в другом месте, но это будет уже совсем другая история. Так что следите за каналом, поскольку, насколько будет позволять время, буду с вами делиться всем происходящим. С вами был, как всегда, Макс Селлер. Удачи вам и всего самого наилучшего.